Всех приветствую, продолжаем знакомиться со скандинавскими сагами. Кримхильда. Кримхильда – героиня германского эпоса «Песнь о Нибелунгах», жена Зигфрида. После смерти героя, ставшая женой гуннского короля Аттилы, известна необыкновенной красотой, которая побуждала на подвиги и обрекала на смерть многих доблестных воинов. Кримхильда, по рождению бургундская принцесса, являлась сестрой бургундского короля Гюнтера. В скандинавской мифологии ей соответствует Гудру, сестра бургундского короля Гуннара и жена Сигурда. Ведьма Гримхильд, по преданию мать Кримхильды, дала Зигфриду напиток забвения, и Зигфрид позабыл о своей невесте Брунгильде, женился на дочери колдуни красавицы Кримхильды. От Зигфрида Кримхильда родила сына, которого назвали в честь дяди Гюнтера. После смерти Зигфрида Кримхильда вышла замуж за короля гуннов Аттиллу с целью использовать свое положение королевы для мести убийцам Зигфрида Хагену и Гюнтеру. Кримхильда заманила их в ловушку и приказала казнить. Гуннара бросили в ров с кишащими там гадами и затем отрубили голову, а у еще живого Хагена было вырезано сердце. По другим источникам, Кримхильда отомстила убийцам Зигфрида Хагену и своему брату Гюнтеру спустя 10 лет после смерти героя. Кримхильда отрубила им головы мечом Зигфрида, заманив Гюнтера и Хагена в замок Аттилы на устроенный ею грандиозный рыцарский турнир. В дальнейшем Хильдебранд, взбешенный жестокой казнью Гюнтера и Хагена, отомстил за смерть властителя Тронии, разрубив Кримхильду пополам. Ну вот такая скандинавская сага о Кримхильде. Пока-пока, до свидания.